Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно в сети Instagram появилась новость о том, что известный в Дагестане шоумен Эльдар Ирзиев был избит секундантом Хабиба Нурмагомедова. Секунданта? Хабиба Нурмагомедова зовут Магомед Магомедов по прозвищу Мага Железка. Он также является профессиональным бойцом ММА, чемпион мира по боевому самбо. Якобы причиной данного конфликта стало то, что Эльдар Иразиев высказался неосторожно в адрес, оскорбительно в адрес Хабиба Нурмагомедова. Сначала эта новость показалась мне фейком, так же как и я, многие писали, что это неправда. Но вот сегодня в своем инстаграме сделал публикацию сам Эльдар Иразиев. И на этом видео видно отчетливо, что на его лице остались следы от побоев. Предлагаю вам посмотреть данное видео. Друзья, всем ассалам алейкум. Я смотрю, меня заранее уже похоронили. Очень много звонков. Переживают люди. И знакомые, и незнакомые пишут. Не успеваю всем ответить, к сожалению. Но меня очень трогает это. Очень приятно. Вы не представляете, сотни людей тревожатся. На самом деле, вы видите, у меня все нормально, все хорошо, поэтому нету причин для тревоги. Единственное, что печалит меня, вот в интернете развернулась какая-то каша. Люди там в комментариях оскорбляют друг друга, я стал тоже невольной причиной вот этой розни, и поэтому хотел попросить всех сбить немного градус вот напряжения, да. И все идет, как говорится, своим чередом, все отлично. Поэтому давайте не будем нападать друг на друга. Всем добра, салам алейкум. Хабиб Нурмагомедов пока никак не прокомментировал данный инцидент в своем инстаграме. Нет ни одной публикации, вот мы видим. Вот такие вот дела, друзья. А что думаете вы по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях, делитесь этим видео с друзьями. Всем пока!